Здравствуйте, дорогие друзья! Я Семина Алла. Мне 67 лет. По профессии я методист ЛФК. Живу и работаю в небольшом городке Зеленогорске. Это курортный район Санкт-Петербурга. Город небольшой, но очень живописный, богат своей чарующей природой. Еще он находится на берегу Финского залива. Поэтому в моих работах присутствует много морской темы. Это как и сам Финский залив, так и его прекрасные берега, побережье. Живописью я занимаюсь, можно сказать, недавно, всего 2 года. Хочется сказать, живя в таком живописном месте, нетрудно стать поэтом или художником. Сам Бог щедро одарил такой природой мое место проживания. Поначалу мучилась вопросом, как-то не вовремя, уже годы прошли, поздно начинать. Но казалось даже, что и не получится ничего, не сумею я писать настоящие работы. А затем как-то все по-хорошему затянуло и поняла, что совсем даже не поздно, так как у каждого свой путь к раскрытию самого себя. С детства любила рисовать. Рисовала в школе, своих подруг, делала маленькие открыточки. Но потом все забылось. Наверное, отложилось на потом. И вот спустя годы как-то увидела в сетях онлайн-обучение. Пошли вебинары, курсы, затем конкурсы. Подстегивало то, что стало очень интересно учиться. Все понравилось. Не все получалось. Но когда начинаешь заниматься любимым делом, то твоя жизнь приобретает иной смысл. Начинаешь ощущать свою значимость. Но это я о своем недуге, заболевании, которое успешно пережила благодаря творчеству и своему увлечению. За 2 года у меня было несколько выставок. Одна персональная, онлайн. Пусть это и не очень значимая, но я ней горжусь, так как она проходила в моем городе. Я подружилась со многими, кого раньше не знала, а также со многими художниками. И сама за 2 года стала членом Союза профессиональных художников России. Я не представляю жизни без живописи, без творчества. Для меня писать – это как дышать стало. Я представляю работу на ваш суд. Называется «Зимняя сказка». У залива есть места немного дикой природы, где деревья растут сами по себе, что невероятно бывает красиво. И вот я решила написать такое место. Было холодно, деревья заснежены, и такая тишина стояла вокруг, почти как в застывшем царстве деревьев. На ветвях снег лежал большими сугробами. Казалось, от маленького шороха все может рассыпаться. Чудеса. Вот я и написала свою работу, пытаясь на холст передать свои чувства, эмоции и некий восторг от такой красоты. Хочется, чтобы мое состояние, чувство прекрасного получил и мой зритель. Спасибо за внимание. Очень волнуюсь. С уважением, Алла Семина.